спонсор рубрики «Что есть» – Кунгурский молочный комбинат. Свежее молоко и кефир теперь в новой упаковке. Аллигаторова груша, масло гардемаринов, корова бедняка. Все это название одного полезнейшего плода – авокадо, который часто называют идеальным. В 98-м году прошлого века авокадо даже занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый питательный фрукт в мире. Так что он за фрукт? Здравствуйте, дорогие друзья! Снова повторяем. Начнем с того, что он действительно фрукт, а не овощ, несмотря на то, что используется в овощных блюдах. Непривычно для фруктов не сладкий и даже по химическому составу ближе к овощам. Более того, он ближайший родственник лавра, благородного священного растения Древней Греции. Лаврушки, то есть. На высоких до 20 метров деревьях плоды растут попарно. Видимо, это и породило обозначенную в названии анатомическую ассоциацию. Авокадо, или, как говорили ацтеки, авокатль – яичковое дерево. Дальнейшие, отходящие от исторической родины растения ассоциации, были уже не столь подробными. Точнее, уже заостряли внимание на, собственно, фрукте, а не на том, как он растет. Аллигаторова груша – ну, конечно, зеленая кожура с пупырышками, но чем не крокодил. Масло гардемаринов, потому что даже в странствиях можно намазать мякоть плода на сухарь или хлебец. Сытно. Коровы бедняка авокадо называют в Индии дешево и сердито, а посему поистине священно. Фрукт сытный и калорийный. Содержит растительные масла, в питательном отношении нежирное мясо, да и только. А если рассмотреть пользу детально, количество, скажем, калия в 2 раза больше, чем в бананах. По многим витаминным показателям авокадо опережает другие фрукты, а по части потребления, хоть, к примеру, к нам доставляется издалека, не надо терзаться дилеммой, а вдруг транспортировочный воск чистить, не чистить. Чистить обязательно, в итоге получая благородную полезную мякоть, которая буквально просится в салат. Ну а если авокадо выдался, скажем, потверже, почему бы не придать ему такие понятные теплые акценты? Ведь он хоть и фрукт, но такой овощной. Что ж, самое время присмотреться к рецепту. Так с авокадо мы еще не обходились. Теплый салат с авокадо. На сковороде с растительным маслом обжарить нарезанные сельдерей, авокадо, лук. Соединить с кусочками помидоров, огурцов и сладкого перца. Не забыть посолить и поперчить. А еще использовать любые интересные для вас овощные сопровождения. В этот же салат можно добавить тыкву, баклажан, цукини и даже парой ложек кабачковой икры заправить. Будет пикантно. Пробуйте, экспериментируйте. Все на сегодня. С вами была Жанна Соловьева. Удачи! Thank you.